Приветствуем вас на нашем канале. Итак, появилась информация, что на Марсе найдено убежище инопланетян. Итак, давайте вместе с вами почитаем и постараемся понять, с чего такая информация. Специалисты разглядели прямоугольные объекты, похожие на дома. Сейчас на Марсе работает марсоход Curiosity, который путешествует по Красной планете и передает на Землю снимки. В настоящее время аппарат находится у подножия горы Шарп. На кадрах эксперты смогли рассмотреть прямоугольные объекты, очень похожие на дома. Их форма не оставляет сомнений в том, что они имеют искусственное, а не природное происхождение. Кратер Гейла, где уфологи рассмотрели базу инопланетян, является тем местом, откуда марсиане наблюдают за нашей планетой. Как вы видите, вроде бы информация есть, но никаких подтверждающих документов или фотографий нет. Можно ли верить такой утке, всплывающей на сайте Рамблер? Я думаю, что не стоит, потому что никаких, еще раз, ни фактов, ни доказательств, ни источников, откуда вот эта вся информация, не указана. А так, подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе тех самых последних интересных событий. Всего доброго и до свидания.